Всем привет! Это Алексей Прокофьев, Евгений Микинкин. Сегодня продолжаем серию обучающих видео. Что делать, когда человек находится в Асгарде и пытается вас добить, что сделать так, чтобы человек вас не добивал. В прошлых видео увидели, как мы делаем свип. Переворот, когда человек забрался на живот, на маунт. Мы делаем свип из позиции маунта, в котором он у нас находится. Мы переходим к нему в гард. Говорит, я забрал гард. Да, то есть. И Женя будет пытаться бить. Я сейчас потом поменяемся по кругу, как я буду бить, да, к нему более эффективные удары в гардике ими. Что мы должны делать? Мы должны, конечно же, к нему прижаться. К нему прижаться вот так вот. Если мы прижмемся, я люблю с открытого гарда, это баттерфляй гард, да, это называется, да? С открытого гарда работать, да, забирать. Мне больше нравится закрытый гард. Потому что у меня не самые длинные ноги, я не модель. Вот у Жени, допустим, длинные ноги, он как бы может как бы больше держать. Ну, что мы делаем? Я здесь, позиция, колени моя, она выше его плеч. Что это делает? Его сильные удары, вот я амплитуду все удара, да, плечом, я выключаю. Вот, я держу, допустим, вот я вот здесь держу допустим, руки и начинаю прижиматься к нему, чтобы он меня не бил. Он отпихивается и бьет. Как-то. Теперь смотрите, давай поменяемся. Женя почему-то всех секретов не хочет рассказывать, как он бьет. Ты же не так бьешь, ты вот так вот не бьешь. Я сам не знаю, там особо. А ты бьешь на самом деле как. Там вариантов немного. Ну как это немного? Вот тут очень важная вещь. Вот так. Нет, смотри, что я люблю с этого, очень люблю. Вот этот удар. Какой мы начинать удар? Знаете какой? Тычковый удар вот сюда вот. Бам! Сюда вот солнце. Очень неудобный перейдем, вот там вот бам, там бам, допустим, то есть разные уровни, то есть здесь два уровня есть, уровень живота, еще можно там сердце побить, но опять же сердце, тут как бы амплитуда маленькая, да, не совсем будет эффективный удар в сердце, то есть сердечный ритм сбивается, и в длинном бою это может сказаться. Мы пошли вот именно, вот я вот, допустим, или показываю просто, я показываю, да. Показываю, что бью коленом, а сам бью коленом. Показываю, что бью локтем, а сам не локтем, здесь открываю удар. Не сильно коленом бей, пожалуйста. И вот либо вот сюда, бам, просто ты пошел сюда, вот так, сюда вот давление очень неприятная вещь. Не сильно так не бей. Я тихонечко, что ты? Вот, или показываешь сюда, бьем сюда. Попробуй заработать защиту. Как тут держать, прижимать? Да нет, да вот, еще выше подними. Вот, у него вообще классическое. Отсюда прямо может атаковать, болевой на руку делать. Да. Ну сам слетаешь. Потому что, значит, вот делай. Не, знаешь что? Коленями не давишь, потому что. И, вот и пошел наверх. Нет, две руки вместе. Не обязательно две руки, на одну руку не пойдет. Не пойдет на одну руку. На две руки асимметрично. Вот, стоп. Вот еще, видите, позиция, как бы с этой позиции сразу выходим на редкий прием. Почему? Потому что крайне сложно его делать. Надо, чтобы человек был асимметричен очень, да, то есть правильная была позиция вся. То есть любой поворот чуть-чуть немножко да, меняли, либо его атака неправильная, этот удар, прием не пойдет. Покажи еще раз. Что мы там? Закрыл он руки, две руки, смотрите, вот здесь стоп, подожди, не торопись. В это движение, когда он идет вверх тазом, он колени вместе сжимает вот сюда, я пошел наверх. Да. Все, стоп, отсюда уже есть. Отсюда будет болевой. Хороший болевой прием, у него, видите, ноги длинные, ему это удобно делать. Ну и плюс немаловажный фактор, что мы сейчас в форме, да, находимся. Голому человеку этот прием можно сделать в начале поединка, когда он еще сухой. Ну, то есть, не голому пойти, да, там, а человеку, который борется там в спортивных шортах во время боя. Да, не спотевший, да. Может, спотевшему там любой, ты пошел, я чуть-чуть вот так вот повернулся, чуть-чуть хотя бы, все, у него там асимметрично скидается, руку там я убрал, ну, что можно делать? Можно уходить на треугольник защищаться. Пошли, вот, да, я там пытаюсь вот там пихаться, вот, да, давить сразу, вот, нет. Вот, нет, ты уже хочешь креветку делать, да? Не знаю, просто что ты хотел сделать. Делай, показывай. Отдыхает. Вот, да, хорошо. Да. Спасибо, что досмотрели. Работу от защиты в гарде, когда ваш соперник находится у вас в гарде, пытается вам добить, что мы делаем для того, чтобы меньше он нам нанес вреда. Повторим, понемножку отрезюмируем, да? Закрываем, что мы делаем? Закрываем гард. Я, как правило, не люблю закрытый гард, вот такой, да, я люблю баттерфляй гард. Вот сюда забираюсь, у меня потому что ног не хватает, Женя видели, он там в закрытом гарде меня держал. На ваши колени должны быть выше его плеч.
чтобы выкрутить плечи, чтобы он мог только вот пихать вот как бы при плечи, да. Потом, да, там держим вот, ну, допустим, просто такую какую-то позицию, там его вот так кормим, вот так вот. Так вот кормим. И да, вот так даже, так можно даже немножко, да, да, да. Вот видите, большой, большой, да, не туда. Солнце. Вот, попробуй, побей. Не надо так, ты очень академически, спокойно просто одной рукой, не держи вторую руку. Конечно, просто вот отрабатывай, да. Поработай. На самом деле, вот на самом деле у тебя, ты же любишь валяться внизу. Эффективная штука, на самом деле пипец как, ну, сбивает, идти, конечно, да, не, делаешь, не, вот так, не так, вот туда вот, да, либо вот наоборот, туда. Не, так и делай, так и бей сверху, почему ты молотком не бьешь, ты же любишь молотком бить, да, я всегда бью вот сюда, да, вот, да. И там бам-бам, вот, вот, да, я бью молотком, а потом сюда, ну, это ты только сейчас будешь бить, типа, там. Вот, или так будет. Просто бью, вот так вот ты тоже любишь бить, мне кажется, так менее эффективны удары. Потому что амплитуды нет. Вот мне кажется, вот так вот, ну, меньше амплитуды, чем вот так вот. Ты прям как бы хлесткие удары такие бьешь. Все, всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки. Пишите в комментариях.